Дорогие друзья, начинаем готовить первый салат. Это будет крабовый. Что нам для этого понадобится? Рис обязательно рассыпчатый. Вот такой вот рис я сварила. Я много делать не буду, так как, чтобы не портились продукты, решила понемножку делать каждый салат. Потому что у меня салата будет 4. Плюс еще закуски. Рис. Я всегда готовлю с рисом. Следующее, что мне понадобится, это яйцо. Натираем на терке. Я обычно его натираю на терке. Тоже частично положим так вот яйцо. Следующее, что нам понадобится, это, конечно же, крабовые палочки. Куда крабовый салат без крабовых палочек? Сегодня буду делать без колбасы, хотя можно и колбасу добавить. Вот так вот крабовые палочки мы добавим. Также сюда я положу еще свежий огурчик. Света, как думаешь, будем делать крабовый салат с колбасой или без? Света сама не знает. Ну, вот мы по рецепту наших подписчиков хотели сделать без колбасы. Ну, вот я не знаю, что. Многие дети говорят с колбасой. Сейчас, значит, нашинкую еще колбаски и добавлю. Так, все. Нарезали мы ветчинку и добавляем сюда салатик наш. Сейчас все это тщательно с вами перемешаем. И обязательно мы в салат еще добавим кукурузу. Сейчас я открою ее только. И сейчас банки крепкие идут, и не откроешь даже. И добавляем кукурузу. И все опять тщательно перемешиваем. Вот такой вот у меня салат получился. Майонезом я пока заправлять не буду. Будем заправлять его перед самым уже Новым годом. Или вообще-то сейчас заправить? Что у нас до Нового года? Сколько часов осталось? Ну, вообще-то решили сейчас заправить. Заправляем майонезом. И перемешиваем. Вот такой вот, ребята, салат у меня получился. Форму в красивую будем налаживать уже перед самым Новым годом. А сейчас убираем все это в холодильник. Дорогие друзья, решила сделать мини-закуску. Что мне для этого понадобится? Протертое яйцо. Можно на мелкотерной, можно на мелкотерке, на любой, короче, терочке. Я сейчас пробно покажу, а потом уже дальше будете сами смотреть. Потом сыр. Понадобится нам также. И понадобятся также крабовые палочки. На обходе в другую емкость переложить, потому что в этой у меня ничего нет помест. Сейчас я переложу и вернусь. Так, переложила все вот в эту емкость. Добавлю сейчас еще сюда сыр, это крабовые палочки. И добавлю немножко сюда еще яйцо. Сейчас покажу, что мы с вами еще будем добавлять. Сейчас перемешаю хорошенечко. И будем дальше то, что мы добавлять сюда. Следующий ингредиент, это у нас будет протертый на терочке чеснок. И все это тщательно перемешиваем. Следующее, что я сюда добавлю, это будет майонез. И все также тщательно перемешиваем.
Так, наша вот такая вот заправочка готова. Что нам надо следующее? Нам надо нарезать огурцы вот на такие мелкие полосочки, тоненькие. И сейчас будем с вами начинять их. Берем вот эту заправочку и ложим на огурчик. И все это будем сейчас с вами заворачивать в рулетик. Света, зубочистку достань, пожалуйста. Это зачем? Чтобы не раскрывало. Сейчас мы проколем зубочисткой и приберем. Так. И вот так вот я заколю сейчас ее зубочисткой. И буду откладывать на тарелочку. И вот такое будет вкусное блюдо у нас готово. Сейчас я остальные также все сделаю и покажу вам. Все сделала я целый подносик вот такой вот вкусной закусочки. Еще даже осталась начинка. Ну, начинку можно еще куда-нибудь использовать. Все, отправляем в холодильник. Следующее будем готовить блюдо. Дорогие друзья, начинаем собирать салат оливье. Что нам для этого понадобится? Сейчас я вам покажу. Первое, что нам понадобится, это, конечно же, картошка. Также нам понадобится морковка. Все это я нарезала заранее и просто вам показываю, как я собираю именно это оливье. Следующее нам понадобится яйца мелко нарезанные или натертые на крупной терке. Следующее, что нам понадобится, это колбаса. Тоже я режу ножиком. Дальше нам понадобится огурец. Все, мама уже запуталась с этими салатами. Также я ложу зеленый лук. И Машенька высыпает горошек. Все там вытряхнуло? Плохо Маша вытряхнула. Теперь все это перемешаем. И потом добавим майонез. Машенька, неси майонез. Вон Маша на столе стоит. Маш, вон на столе стоит. Вот такой вот у меня салат оливье получается. Добавляем, Маша, майонез. Все, куда ты столько много? Все. Все хорошенько перемешиваем и убираем пока в холодильник до праздников. Как праздник начнется, мы накроем на красивых тарелочках все это на стол. Вот так вот обычно я собираю салат оливье. Если вы как-то по-другому делаете, напишите, мне тоже будет очень интересно. Может, что-то я приму для себя. Вот такой вот салат оливье у меня получился. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита и всех с наступающим Новым годом. Дорогие мои друзья, сейчас мы будем с вами собирать селедку под шубу. Для этого я приготовила все ингредиенты. Это свекла. Также есть морковочка, рыба и картошка, и майонез. И будем сейчас собирать его. Я сейчас соберу, ну а вы смотрите.
Вот такой вот салат у нас получился. Мы его поставим на стол. А чтобы сейчас покушать, мы приготовим немножко другой салатик тоже. Ну и селедку под шубой, потому что у меня ингредиенты еще остались. Можно еще один приготовить салат. Ну а этот поставим на стол. Вот такой вот салат получился. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк и написать ваш комментарий. Приготовила еще одну селедку под шубой. И у меня осталась еще свекла, представляете? Я не знаю, что делать. Сделаю, наверное, просто с чесноком. Можно туда еще добавить грецких орешек. И будет вообще вкусно. Как думаете? Напишите в комментариях обязательно. Ну, такие вот у меня сегодня приготовления. Курица, кстати, у нас уже запекается в духовке. Ну, а мы готовим дальше. Испеклась у меня уже курица. Сейчас буду ее разбирать, наверное, на части и положить, не знаю куда, вот буду вот в эту стеклянную форму складывать ее. Потому что у меня посуды вообще никакой нету. Света сейчас сделает сладкие блюда и потом покажем, как мы накроем стол. Дорогие друзья, мы накрыли вот такой вот стол. Скажите всем привет! Привет! Катя! Сегодня Новый год! Да, мы накрыли на стол. Там Машенька, привет, с акулой лежит. Ванечка, скажи привет! Привет! Да. Что у нас на столе? Закуски, которые мы сделали. Марина, помолчи, пожалуйста. Оливье, крабовый салат, курочка, селедка под шубой, пюре. Ну и тут повторяется. А, там еще сладкий. И сына у меня купил старший шампанское. Мама, да. Не хватает елки. Елки не хватает. Ну ничего, Дед Мороз, без елки. Нам ставить, ребята, ее некуда. Потому что у нас печка топится, и мы боимся возле печки поставить елку. Ксюша наша вон там сидит. Да? Да. Что у тебя? Во, бокал, да, тебе дали? Да, у всех бокалы стоят, да, аккуратно не разбейте, а то Маша пока доставала. А, Маша с Катей доставали, уже один бокал разбили. Ну, говорят, Марин, помолчи. Говорят, стекло бьется, это к счастью. Ну, вот такой вот у нас. Так что вот такие вот друзья, дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом, да? Да. Все, ждем Нового года, 15 минут до Нового года. Катя, включи гирлянду, а то что-то у нас вообще не празднично. У нас настроения никого нет и... Ты не ту гирлянду включаешь. Да. Катя будет долго включать. Ура! Да, не надо выключать свет. Все, ждем Нового года. Все, через 5 минут уже будет Новый год. Путин начал говорить, дети сидят за столом. Ну, в окно кто-то будет стрелять. Мы нынче салют не покупали. Все ждут Нового года. У нас время 2:00 ночи. Мы сбегали в гости, быстренько поздравили своих знакомых, родных, уже можно так сказать, да, Светик? И бежим домой. Уже к дому подошли. Вот так вот проходит Новый год. Дети довольны, подарки распаковали, все счастливые, все довольные. Ну, а мы идем домой. Всех с Новым годом еще раз. Дорогие друзья, у нас время ночи, мы собираем домик. Мы собрали домик. Марина, встань рядом с домиком. Вот сюда, вот встань посередине. Вот сюда, Марин, вот сюда встань. Покажем, какой тебе домик высотой. Смотрите, вот Маришка и вот такой, да, домик почти с Мариной Росом. Да, и куколок очень много. Марина довольна, на, Машенька, слаживай домики. Да. Дети довольны, даже спать не пошли. Сказали, мы хотим домик собрать. Вот собирали всю домик. Не, сейчас Мариночка спатеньки будем ложиться. Ты парикмахерскую собрала, молодец. Света помогала мне собирать домик. Мы со Светой вдвоем собирали. А ребятки сейчас разлаживаются. Давайте прибирайте все и будем спать. Там Ваня, смотрите, играет. Куколка по лесенке. Да, Ваня, у тебя поднимается? Ой, по лесенке поднимается куколка. Должен у нас вот такой домик получается, видите? Вот такой домик Мариночке мы подарили. Ну, мне кажется, тут даже Света будет, да, играть? Мама, я что куда-то все. Да, ложи правильно в домик. Вот это кухонка, и там сапожки. Да, слаживай все в пакетик. Давайте прибирайте, будем спать ложиться, хорошо? Ваня, тебе нравится домик? Да.
Да, Ваня играет в домик. Вот такой ребенок подарок получил. Марина, скажи, пожалуйста, а тебе твой подарок нравится? Да. Ты довольна? Да. Вот так. Она мечтала. Вы, мне кажется, все мечтали о домике когда-то. Теперь для всех получается, не только для Марины мечта выполнена. Хорошо. Все, вот такой вот, ребята, у нас сегодня был Новый год. Мы идем спать, ложимся. Всем желаем хорошего настроения и всего-всего самого хорошего. Дети играют в крокодила. Маша, Катя. Оксана, Маша, Катя. Оксана, давай. Съела Оксана крокодила. Это нам прислали, который из Германии подарок. А, Катю съел крокодил. И девчонки играют. Ну, а спать ложиться. Они спать не хотят. Они хотят играть дальше в свои игрушки. Маша не везет. И вот так вот готовы они играть часами.